повторюсь, с удовольствием, потому что ваш метод мышления с моим очень совпадает. Вот этот логический модус операнди, вот это вот стремление к истине, даже отвергая то, в чем ты был вчера уверен. Вот это главное. То есть вот пока человек способен менять убеждения, он жив. Все молодое, вот оно гибко, все старое, оно закостенело и ломается, поэтому неинтересно. Она осмыслена в том плане, что ты готов уйти. А если она к тебе приходит сейчас, и ты не хочешь умирать, то никто не хочет умирать. Оно и понятно. Но они не хотят, потому что их жизнь бессмысленна. Они чувствуют, что они как будто еще это не нашли. Так сказать, люблю Канта, это слишком самонадеянно, это слишком мощный. Мне тоже нравится Кант. Философ, как немецкий панцеркамфваген такой. Ближе мне все-таки Ницше. В 19 лет со мной произошел феномен, который называется выходом из тела. Многие люди его испытывают во время хирургической операции. Бывает так, что люди его испытывают во время наркотического или алкогольного опьянения. Иногда без каких-либо видимых факторов. Околосмертный опыт, говорят, похож на подобное переживание. Реймонд Моуди, это означает ли это, что борьба за всеобщую справедливость в этом материальном мире, в Мидгарде, не то что невозможно, но бессмысленно достаточно, потому что этот мир специально устроен несправедливо. А вот когда мы говорим о мистике, то как только человек попытается пойти и начать это контролировать, то он вдруг обнаруживает, что не всегда срабатывает. То срабатывает, то не срабатывает. И у меня таких ситуаций было много. Вот вы писали, вот когда ты спрашиваешь, в чем цель твоей жизни? Вот мой ближайший друг, не буду называть фамилию, говорит, вот мой сын. Я ему говорю, слушай, друг мой, вот когда ты умрешь, и твой сын будет сидеть на Большом театре и слушать тоску, тебе какая разница? Могу. То есть у них появляется новая возможность делать то, что другие не могут. И поэтому зачастую войны для людей низших каст нелогичные существа. А для того, чтобы понять, что человек, грубо говоря, погряз в матрице, надо ему задать всего лишь один вопрос. Вот ты ради чего живешь? Есть ли цель не твоего вот этой недели ближайшей, да, не этого года, а вообще всей твоей жизни? Почему люди не нуждаются в повседневной жизни в гипотезе Бога? Или высших сил, если угодно, которые создали и управляют вот этим мирозданием, которое неизмеримо великолепнее, чем какой-то там примитивный золотой дворец. Как мы можем вообще судить кого-то по справедливости, если просто фактор наличия или отсутствия глюкозы в нашей крови влияет на наше восприятие? И это только один из... Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале «Главная тема народ», я Александр Бабылев, и сегодня на связи со студией необычный человек, интереснейший человек, экстрасенс, победитель 7-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Алексей Пахабов. Алексей, сердечно вас благодарю, что нашли время для аудитории «Главтем». Спасибо, что пригласили, очень приятно, очень приятно. Вы знаете, я, конечно, вас представил так, как вы себя представили в начале вашей книги «Четыре каста». И кстати, то, как бы я себя представил много лет назад. Сегодня я, конечно же, не представляю себя таким образом, в том плане, что я не считаю себя экстрасенсом и не горжусь тем, что стал победителем этого шоу. Понимаю вас. Я, собственно говоря, я это интуитивно предчувствовал, поэтому я вам хочу сказать следующее. «Четыре касты» – это ведь не единственная книга, которую вы написали. Я еще прочитал у вас, по крайней мере, три книги. «Вертикальную волю», «Человек знания» и «Философия мага». Я не знаю, есть ли больше вы писали что-то? Есть еще одна книга «Четыре касты 2.0», где я переосмыслил то, что в первой книге я написал, я переосмыслил и немного подал эту информацию по-новому. Хочу вам сказать, что эти книги на меня оказали заметное влияние, и поэтому правильнее вас было бы представить как писателя и философа.
И, кстати, благодарю вас как читателя за эти три, действительно, за четыре великолепные действительно книги. Спасибо, очень приятно слышать. Я постоянно получаю периодически, вот как бы из прошлого доносятся до меня такие отклики о том, что люди читают книги. Все-таки уже очень много лет прошло с тех пор, как я их написал. Но вроде как, вот судя по откликам, эти книги оказывают положительное влияние на людей, и я этому очень рад. 14-й год, я вот тут смотрю на 4 каста. Это уже 14-й, это перевыпуск. Сама книга. Это перевыпуск первой книги «Кто вы», да? Да, да, да. А сама первая редакция была в 2012 году. Понятно. Знаете, да. Как там в речах Высокого говорится, надо приветливую речь повести и выслушать гостя. Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе, а уж потом я вас начну расспрашивать. А расспросить хочется, конечно, очень о многом. Ну, так получилось, что последние лет почти 20 я посвятил свою жизнь именно эзотерике, изучением всего мистического. В 19 лет со мной произошел феномен, который называется выходом из тела. Многие люди его испытывают во время хирургической операции. Бывает так, что люди его испытывают во время наркотического или алкогольного опьянения. Иногда без каких-либо видимых факторов. Околосмертный опыт, говорят, похож на подобное переживание. Реймонд Моуди это описывает. Да, и я не умирал, не употреблял, это произошло во сне, абсолютно неожиданно для меня, и это очень сильно, то есть тот опыт, который я пережил, а его очень тяжело описать словами, потому что, как бы, скажем, в человеческом языке нет таких слов, которые бы могли бы описать то, что я видел. И это очень сильно произвело на меня большое впечатление, после чего я пошел изучать все мистическое. Но по иронии судьбы, уже как, сколько мне сейчас, 38, последние 3 года я начал отходить от мистики, потому что, ну, можно сказать, что если мы представим эзотерику в виде компьютерной игры, я ее прошел почти до конца. То есть я разобрался во множестве феноменов, которые для многих людей кажутся паранормальными, неестественными, невообразимыми, невозможными. Такие как там экстрасенсорика, тот же там выход из тела, предвидение, целительство и многие вещи, в которые люди верят. Скажем так, я разобрался, что на самом деле зарыто под этим всем. И это неизбежно меня выкинуло в изучение научных дисциплин. Поэтому, как вот, ну, судьба вот так повернулась, если можно так сказать. Я сделал карьеру, будучи эзотериком, и очень сильно углубился в эту тему. Но, в конце концов, мне истина всегда была дороже. Я всегда хотел знать, а вот как оно на самом деле. И причина, по которой я ушел из эзотерики, заключается в том, что вот любой человек, который в это будет вникать не на уровне теории, во что бы мне верить, а вот на уровне практики, если, например, мы говорим, допустим, про экстрасенсорные способности, вот многие люди даже, которые никогда это не развивали, наверняка чувствовали у себя состояние предвидения, предчувствия. Ну, допустим, человек понимает, что сейчас из-за угла выйдет автомобиль красный, и он выезжает, и он такой, вау, я это предчувствовал. Или, например, он предчувствовал, что сейчас этот человек позвонит, и он звонит. И вот подобных моментов очень много. И, естественно, люди задаются вопросом, ну, если я это предвидел, значит, это есть, значит, это существует. И это нормально. Проблемы начнутся тогда, когда человек захочет этот момент контролировать. Ну, другими словами, а как сделать так, чтобы предвидеть всегда? Или предвидеть все то, что я хочу намеренно предвидеть? Ну, например, какое число выпадет в рулетке в казино? Да, согласитесь, было бы очень круто уметь это предвидеть. Или, допустим, предвидеть какую-то неприятность в жизни, да, то есть если собирается человек в путешествие, и он заранее знает, что лучше вот не садиться в эту машину, в этот поезд, в этот самолет, потому что что-то может произойти, и он не садится, он слушает свою интуицию, и потом действительно, но я говорю, что проблема возникнет тогда, когда мы захотим это контролировать. А что такое контроль? Контроль – это понимание, что в 100% случаях это срабатывает.
То есть, когда, то есть, если мы верим, что существует какая-то способность, то если она реально существует, должны быть законы, которые эту способность бы объясняли. И эти, а если существуют законы, то эти законы должны работать в 100%. Ну, например, если мы говорим о воде, вода в минусовой температуре всегда замерзает. Да, и понятно, что можно создать специфичные условия, при которых вода не замерзнет, но если мы говорим в среднем, то всегда вода при минусовой температуре, она замерзает. В Африке мы проведем этот эксперимент, там, в Японии, неважно где, это произойдет у всех. Значит, существуют законы термодинамики, которые это объясняют. И, следовательно, это реально, на это можно опереться. А вот когда мы говорим о мистике, то как только человек попытается пойти и начать это контролировать, то он вдруг обнаруживает, что не всегда срабатывает. То срабатывает, то не срабатывает. И у меня таких ситуаций было много. Ко мне приходит человек, и я пытаюсь его там просканировать, ну, все эти экстрасенсорные штучки, и прям в десятку, в точку каждый раз у него глаза расширяются, челюсть до пола, и он: вау, все точно, все правильно. Ну, я думаю, да, все-таки могу, все-таки умею. А потом приходит другой человек, и я делаю все один в один. То же самое, что я делал с предыдущим. И все в молоко. Все мимо. Вот вообще никуда не... И вот думаешь, почему в прошлый раз сработало, а в этот раз не сработало? Да, это вот то же самое. Почему в прошлый раз вода замерзла, а в этот раз почему-то она не замерзает? Хотя все условия соблюдены. И вот такие промахи, такие моменты, они все время меня заставляли двигаться дальше. Даже после того, как ко мне пришел успех, у меня какая-то карьера сложилась, я какие-то свои потребности основные закрыл. Мне все равно было важно, если оно все по-настоящему, если оно все работает. Должны быть какие-то законы, которые бы это объясняли, какие-то условия, когда бы в 100% случаях это бы работало. И мои исследования привели к тому, что этих законов не существует. Никто не знает этих условий, при которых, да, поэтому мы можем взять любого человека, и если он говорит, что он обладает какими-то паранормальными способностями, если мы поставим его в жесткие условия научного эксперимента, он их провалит, потому что это уже делали люди, проводили, испытывали разных людей, которые утверждали абсолютно разные, ну, не знаю, например, нахождение там, по фотографиям, жив человек или мертв. Но дают ему 100 фотографий. Ошибается. Вот и да. Если позволите ремарку, простите, что я вас перебил. Вообще-то, все в порядке. Вообще-то эзотерика и паранормальное привлекали внимание, конечно, научного сообщества. И вы очень деликатно сказали о том, почему наука, а я на эту тему провел, по-моему, не один десяток эфиров, почему наука игнорирует огромное количество фактического материала, который опровергает современное материалистическое видение. Вот в первую очередь потому, что отсутствует повторяемость экспериментов, что, конечно, традиционно мыслящий исследователь принимает за отсутствие самого предмета. Мне кажется, что просто сфера, в которую мы вторгаемся, она гораздо более тонкая. Она требует более тонкого инструментария, которым мы не владеем. Отсюда тогда вот иногда получается, иногда нет. Либо мы просто, я имею в виду, мы обычные люди, которые думаем на эти вопросы, почему же наука игнорирует и почему же она не идет глубоко изучать все мистическое. И нам кажется, что ну, наука не обладает этим инструментарием, они не обладают этим знанием. Мы еще не изобрели какие-то там приборы, которые могли бы фиксировать какие-то тонкие колебания энергии, идущие там от человеческой души и все прочее. И это то, что думает обычный обыватель. Но на самом деле мы, обычные обыватели, просто не знаем, что известно ученым. А им очень много что известно. Им невероятно много что известно. Но не знаю. Вот возьмем какой-нибудь репортаж с РЕН-ТВ, ну такой классический, мракобесный, да, где рассказывают про кожное зрение. Рассказывают про каких-то экстрасенсов, у него закрыты глаза, он рукой проводит, и он там определяет цвета или еще что-то. Для специалиста, для ученого, да, не знаю, для биолога хотя бы, само по себе выражение «кожное зрение» вызывает просто колики в животе от смеха.
Потому что он понимает о том, как устроена кожа, как устроены там нервные окончания, какие там рецепторы, как это все обрабатывается мозгом, какие участки мозга за это все отвечают. И то есть поэтому это обычному человеку кажется, что, например, существует там кожное зрение. Это на самом деле интуитивно кажется очень верным. Простой пример. Вот мы говорим человеку, закрой глаза, он закрывает глаза, а потом мы даем в руки предмет. Он берет этот предмет и начинает ощупывать. Да, у меня еще такое в книгах, я описывал такое выражение, как слепое зрение, что у меня возникает ощущение, и я это ощущение начинаю визуализировать, то есть воспроизводить в своем уме. И я такой, о, это ручка. Можно там дальше понять, что она там из пластика, есть металлические элементы. Мой мозг будет это все воспроизводить. И казалось бы, ну вот оно кожное зрение. Но есть другой термин, который называется синестезия. Да, то есть и ученым он очень хорошо известен. И многие люди, синестезия это когда нейроны, которые отвечают за разные функции, ну, например, за тактильное, за обработку тактильных ощущений и за визуальное, за обработку визуальных, они могут между собой быть соединены. И есть люди, которые могут, например, слышать какую-нибудь музыку, и он слушает, например, классическую музыку, и она для него голубого цвета. Обычному человеку будет не понять. Он говорит, вот это вот, ну, это музыка голубого цвета. У человека без синестезии, ну, в смысле, это просто музыка, это классика. Он слушает рок, а она красного цвета. И, естественно, есть люди, которые от природы обладают этой синестезией, и они могут видеть звуки. Да, то есть их мозг их подсвечивает как-то, видеть запахи, и он может сделать неправильный вывод. О, я вижу энергетику предметов, я вижу ауру предметов. Понимаю, о чем вы, понимаю. Да, это может быть чисто субъективным восприятием, но не факт, что на самом деле музыка голубая, да, может быть в чем-то другом восприятии она там. Да, проблема как раз именно в том, что то, как человек, лишенный научного знания, объясняет себе то, что он видит, то, что он слышит, то, что он чувствует, он объясняет это максимально коротким путем. То есть, если он видит какой-то голубой цвет... В этом есть некая профанация. Понимаю, Алексей. Да, очень да, глубоко да. Копаем. Мне прям нравится. Вот а позволите... Просто, извиняюсь, как бы не забыть. С самого начала план интервью летит к черту, потому что вы говорите очень много интересных вещей. Значит, вы сказали о выходе из тела. Это же потрясающая вещь на самом деле. То есть человек подтверждает самому себе, да, другому это предъявить невозможно, о том, что я не кусок мяса, я не это тело. Раз что-то разумное, тонкое внутри меня, назовите это душой, назовите какой-то полевой субстанцией, это будет более наукообразное определение, может от этого тела, значит, отделяться и действовать разумно, что-то видеть, переживать какие-то эмоции, получать информацию. Кстати, я уже не первый раз своим зрителям рассказываю про некого Чарльза Тарта. Это ученый из Калифорнийского университета в Дэвисе. Вполне такой себе традиционно мыслящий ученый. Изучал проблемы сна, имел, наверное, какие-то соответствующие гранты. Но однажды к нему на лабораторию пришла женщина, которая сказала о том, что когда я сплю, я могу выходить из тела, путешествовать. И это не сон, да, это объективное состояние. Тарт сказал, видимо, он, значит, сохранил в себе ученого даром, что профессор сказал, ну, проходите, раздевайтесь, ложитесь на эту кушетку, обвешал даму датчиками и дал ей несложное задание. Физически недоступным для этой женщины помещение на листе бумаги было написано пятизначное число. И испытуемый несколько раз, просыпаясь, правильно это число называл. То есть вероятность угадать пятизначное число сама по себе невелика. Угадать несколько раз подряд – это вообще невероятно. Стремиться к нулю. Значит, Александр, я не слышал про Тарта. Я обязательно погуглю, почитаю. Я как раз слышал о других подобных экспериментах,
когда... Институт люди... Монро имеете в виду? Нет, нет, институт Монро, он себя дискредитировал. Он не признается в научном сообществе. Нет, нет, я поэтому вам и рассказал про тарты и про датчики. Да, и вот, вот про просто я знаю, я слышал об экспериментах, когда люди, которые утверждали, что они могут выходить из тела, они могут видеть, что находятся в закрытых местах, их как раз подобным образом и испытывали. Они ложились на кушетку, и сверху на ящике были заготовлены листочки с цифрами или с каким-то текстом, или с цветами, там разные способы это делать. И люди выходили, и задача была посмотреть. То есть как бы не было возможности подсмотреть, пока ты в теле. Единственная возможность – это выйти из тела, подлететь к потолку и посмотреть, что там спрятано. И как раз вот эти эксперименты все провалились. Вот про тарты я не слышал. Но если говорить про вот это чувство, которое тебя охватывает после того, как ты вышел из тела. И поделитесь, когда... пожалуйста, я прям, у меня детское любопытство. Я вам так завидую. Прошу прощения, зависть белый, конечно. Конечно, белый. Завидовать нечему. Это на самом деле очень легко достигается при помощи тренировок. Но идея в следующем, что человек действительно, будучи в сознании, как правило, вначале испытывает так называемый сонный паралич. То есть его тело парализовано, но при этом сознание включено, сознание активно. Вот. Если дальше совершить правильные действия, которые носят такой умственный больший характер, человек переживает ощущение, как будто вот он вибрирует очень сильно, как будто через него проводят там огромные вольты электрического тока. Но это безболезненно, человек не чувствует боли. Хотя иногда бывает головная боль, но чаще всего она отсутствует. И дальше человек чувствует, что он вываливается из своего тела. Бывает так, что он из него выкручивается, бывает так, что как будто что-то его за ногу выдергивает, за голову. Там многие разные эффекты. Но это действительно ощущение, что ты становишься такой тонкообразной, какой-то электромагнитной сущностью, которая нематериальна, она может проходить сквозь стены, сквозь твердые объекты, она может летать, она может телепортироваться на огромные расстояния. Это, и ты это все чувствуешь, ты действительно это все переживаешь. Однако, впоследствии, осознанные сны, я не помню университет, к сожалению, но в каком-то университете, по-моему, в Англии, уже 40 лет изучают. Так вот нормально к этому подошли. То есть, и, по-моему, Олаф Бланке, кажется, так зовут одного нейрохирурга, который свою пациентку во время операции на мозге по лечению эпилепсии, да, он электродом коснулся, по-моему, височно-теменной где-то области в мозге, и она вдруг сказала, что вот в этот момент она видела себя со стороны. То есть он нашел область мозга, которую, если простимулировать, человек переживет этот опыт. Каждый. И он дальше начал вот эти вот вещи изучать и добился очень больших экспериментов. Мне, например, это уже другой ученый. Расскажу о таком интересном эксперименте об ощущении себя вне своего тела, о том, как наш мозг может эту иллюзию создавать. На человека человек садится или стоит, ему на глаза одевают очки, которые транслируют изображение с видеокамеры. Видеокамера находится там в 2 метрах за его спиной. То есть он видит собственную спину. Дальше ученый делает одну такой интересный трюк. Он касается его груди, но при этом рукой ведет как бы к камере, так, чтобы он видел, как будто его действительно касаются. Понятно. То есть он, с одной стороны, видит, что его касаются, он чувствует, что касаются его груди, но он видит, что это происходит в 2 метрах от него. И в этот момент мозг, пытаясь вот это все соорудить, он создает такую интересную иллюзию. То есть человек начинает себя чувствовать в 2 метрах от того, где он находится. То есть его восприятие смещается. И когда очки снимаются, его просят сделать 2 шага назад, он делает 2 шага назад, а потом его просят вернуться в свое предыдущее положение, где он был. То есть ему надо сделать 2 шага вперед, но он делает 4 шага вперед. Он соединяется с тем, что он видит.
И вот, возможно, для слушателей будет не совсем понятно, почему я привел этот эксперимент, но если в это копнуть глубже и понять, что как наш мозг работает, неизбежно человек сделает вывод, что выход из тела и все переживания, которые человек испытывает, на самом деле он их испытывает внутри своего мозга. Ничто никуда не выходит. И это уже доказанный факт. Это то, что очень больно слышать многим людям, и в том числе, что было больно мне принять, потому что я не хотел терять эту, это понимание, что... бытия, да, Божьего, да. Ты же не умрешь, ты же будешь жить дальше. Это же круто. Боже, тебе тело меняет. Не нужно, конечно. Да, но начинаешь изучать, как мозг работает. Начинаешь изучать, как наш мозг обрабатывает всю эту информацию. И вдруг ты понимаешь, что, ё-моё, как же ты ошибался. Ты просто сделал неправильный вывод из того, что ты увидел. К сожалению, у нас пока нет никаких доказательств существования сознательной жизни после смерти физического тела. Единственное, что может пойти, скажем так, оставить веру, и я не призываю эту веру терять, пусть она будет. Я сам глубоко в душе надеюсь, что есть какое-то продолжение. Это то, что до сих пор наука не знает до конца, что такое сознание. То есть мы знаем, на что оно способно, на какие области оно влияет, как оно взаимосвязано с мозгом. Но вот то, что я недавно услышал, и то, что поразило меня до глубины души. Одна женщина попадает в жесткую автокатастрофу и попадает в кому. Она в коме, да, не реагирует ни на что. Иголка тыкай, бесполезно, она в коме. Ее кладут в МРТ, да, чтобы посмотреть, как ее мозг там функционирует. И женщина, она занималась теннисом, она очень любила теннис. И ученые ей говорят, представьте, что вы сейчас на теннисном корте занимаетесь теннисом. И они смотрят, что в мозге происходит. И вдруг они видят в той области премоторной коры, и те нейроны, которые отвечают за движение, они начинают активизироваться. И вот это никак не укладывается в моей голове. Человек в коме, без сознания, в общем понимании. Он не просто услышал команду ученого, но еще и смог интерпретировать и смог создать нейронную активность в той области, где она должна возникнуть. Возможно, совпадение. Тут это такие эксперименты, которые часто не повторишь. Но, черт возьми, вдруг есть что-то, вдруг у нас действительно, что сознание – это нечто большее. Поэтому тут надежда вся на квантовую физику, на ученых, которые сейчас работают над квантовой теорией сознания. То есть, в основном же считается, что сознание – это продукт клеток нашего мозга. А вот есть версии, что сознание происходит не на уровне клеток, а, возможно, оно раньше, на уровне частиц. И вот тогда, кто знает? Я улыбаюсь, потому что удивительным образом ваш способ мышления почти до мелочей совпадает с моим, но я пришел к прямо противоположному выводу о том, что, конечно же, сознание – это тонкая оболочка, которая делает наши тела живыми. Это, конечно, совершенно отдельное свойство, оно извне, и мозг – это только приемник этого свойства, его там хранилище, его там… какой-то инструмент, но просто не хочу в это закапываться с самого начала, мы к этому еще вернемся. Я, собственно говоря, учитывая, что аудитория канала у нас такая, люди интересуются политикой все-таки больше, сегодняшнюю беседу я хотел бы построить вокруг вот вашей книги «Четыре касты». Признаюсь вам, что я в политическом анализе, в философском анализе часто использую вот этот вот, ну так в кавычках скажем, метод этого кастового анализа для различных политических там, и жизненных ситуаций, вот, в частности, в политологии, в социологии, есть такое понятие лоялистское ядро. Во всех странах, во все времена, в любом уголке земного шара, на какой-то территории есть количество людей, оно оценивается примерно в 25-30%, которые при любых условиях лояльны существующей власти. Вот с точки зрения кастовой теории, я бы сказал, что это те самые люди, как вы пишете, которые первый раз пришли в мир, как говорил Моносов, они его трогают руками, и им недоступны просто вот эти сложные идеологические, политические конструкты,
для них власть, вот это вот, скажем, такая данность, которая, в которой даже и сомневаться как-то там не приходится. Но для начала вот позвольте философский вопрос, прежде чем мы в касты погрузимся глубоко. Вот эти фундаментальные вопросы бытия. Кто я? Зачем я? Откуда я? И куда я иду? Ими же ведь не только первая каста не задается, а и вторая, и третья. И вообще такое впечатление, что у людей, даже мыслящих, глубоко мыслящих, с философским складом ума стоит какой-то блок ментальный на эту тему. Вот смерть и так. И вы очень много внимания этому уделяли в своих размышлениях. Я с удовольствием все это слушал. Повторюсь, с удовольствием, потому что ваш метод мышления с моим очень совпадает. Вот этот логический модус операнди, вот это вот стремление к истине, даже отвергая то, в чем ты был вчера уверен, вот это главное. То есть вот пока человек способен менять убеждения, он жив, все молодое, вот оно гибко, все старое, оно закостенело и ломается, поэтому неинтересно. Вот почему для людей это какое-то табу? Можете, у вас есть какая-то версия? Размышления на тему «кто я и зачем вот это все?» Тут есть одна такая штука. Если мы все-таки сравниваем это с кастами, то что такое касты? Если мы копнемся в Индию, то есть откуда эти касты пришли, в древнеиндийское общество, то там эти касты носили такой вполне политический уклад. То есть это не просто касты, с некой позиции, кто я такой, что я из себя представляю. А это вполне место... Некое такое социальное деление, что, да, кстати, да, зрители раздражает. Вот это люди подсознательно сравнивают с некой такой предустановленной социальной несправедливостью. Вот, да, там. То есть такая феодальная система своеобразная, да, где человек занимает определенное место в социальной иерархии. Философский же каста – это способ взаимодействовать с окружающим миром. И вот, чтобы слушателям было понятно, я вкратце. Первая каста – это способ взаимодействия с миром, где приоритетом является собственное выживание. Что это значит? Это значит, что человек стремится сделать ровно столько действий, чтобы у него все было хорошо. То есть, вот он огород засадил себе, и он успокаивается. То есть, поскольку наш мозг стремится постоянно к сохранению энергии, то человек сделает все, что угодно, но только ровно до того, пока вот какая-то опасность его минует. Важно выживание меня, там, моих самых-самых близких, вот, и выживание как физическое, так и психологическое какое-то, вот просто чтобы успокоиться. Вторая каста – это люди, у которых внутри постоянно происходит борьба между тем, что я не хочу, и между тем, что я хочу. И вот их хочухи начинают становиться доминирующими. Они вот сказали по телевизору, модно нынче вот это. И вот он захотел все, и он к этому стремится. То есть человеком его ведома его страсть. Каста воинов – это люди, у которых появляется еще один выбор. То есть если у купцов это «не хочу» и «хочу», то у воинов есть выбор «не хочу», «хочу», «могу». То есть у них появляется новая возможность делать то, что другие не могут. И поэтому зачастую воины для людей низших каст нелогичные существа. Да? Не совсем понятно, почему политики делают то, что они делают в этом мире. Казалось бы, что нам всем не договориться? Что нам, да, никто войны не хочет, никому это не надо. Да? Мы живем в одном домике, в бесконечном космосе, у нас нет запасного плана. Давайте жить дружно. Но для воинов там другое, они видят абсолютно другие вещи. Если я могу что-то сделать, я должен это сделать, потому что это повлияет на мое место в иерархии. Вот. И каста мудрецов – это люди, которые начинают опираться на знания. То есть воины опираются на власть, купцы опираются на ресурсы, которые обеспечивают их хочу, чаще всего это деньги. Работники опираются на свои собственные руки и на механизмы выживания, которые есть. Например, в частности, голосование, там, лояльность к власти, к обществу и прочее. Да? А мудрецы опираются на некое знание. И если у него есть какое-то духовное знание, опереться на духовное знание – это не так-то просто. Это все равно, что идти в бой, будучи просто опираться на молитву. Это не каждый может. Да? Вот как, например, не бояться
пойти на врага, просто прочитав молитву. Да, воин прочитает молитву, ну, как было страшно, так и будет. А мудрец прочитает молитву, и он успокоится, он почувствует, Бог с ним. И это даст, придаст ему каких-то сил. Да, то есть, вот как бы некая такая вот основная разница. И если мы говорим о вопросе, почему же люди не задумываются, кто они, в чем их место, в чем смысл вообще вот этого всего, то здесь есть одна такая интересная штука, которую можно назвать словом система или матрица. То есть, наше общество сегодня, если мы посмотрим в социальную психологию на те исследования, которые там проходят, мы видим, что несмотря на рост уровня благосостояния всего человечества, новые технологии, вот мы общаемся сейчас по интернету, доступ ко всем знаниям мира, мы живем, слава богу, в стране, где нет проблем с питанием, то есть есть еда, есть горячая вода, холодильник дома, электричество. Не у всех, к сожалению, уже появляются проблемы с питанием. Да, да, но так или иначе, если мы сравним, там, не знаю, с Африкой, там, Венесуэлой или еще с чем-нибудь, да, мы как бы в шоколаде, но несмотря на это все, рост суицидов, рост разводов, рост депрессий. Как вам рост смертности, Алексей? Люди заживаться не хотят. Вот есть психогенный фактор смертности, о нем говорят медики. Да, конечно. И вот это то, что можно и назвать словом система или матрица, или другими словами, системы ложных ценностей. То есть сегодня сама по себе система, если мы посмотрим на государство как на систему, на информационное поле как на систему, если мы попытаемся посмотреть на это со стороны, то не имеет значения то, что эта система декларирует своим подданным. Про что они говорят, про, не знаю, мир во всем мире, про это все чушь. У системы есть одна единственная задача – выжить любой ценой. Поэтому она будет кормить своих подданных всеми мифами, которые им надо. Поэтому нам сегодня система говорит, стремись к успеху, зарабатывай баблишко, становись известным, популярным. Скажем так, подростки слышат одно, взрослые слышат другое. На каждом уровне все. Но они не понимают, что они все внутри системы. И если эта система противоестественна тем биологическим основам, которые в нас есть, то мы начинаем как раз вот чувствовать, что а кто я? А зачем это все? Но ответов мы найти не можем, потому что мы не знаем никаких других знаний, кроме тех, что дала нам система. То есть, если человек в депрессухе, ему говорят, соберись, давай, работай больше, добивайся. Да? Если человек не видит смысла в своей семье, ему говорят, да разведись, он сколько их ходит в округе, вот ты можешь скачать приложение для знакомств, то есть все есть для обслуживания. Но как бы хорошо человек ни жил, он все равно чувствует, что что-то, сука, не так, что-то не в порядке с этим миром, со мной, вот что-то не в порядке. Это и есть матрица, в которой мы живем. Поэтому, чтобы из этого выбраться, человек должен... Ну, есть эзотерический подход, но там, как правило, человеку дается готовая догма. Мне больше нравится эволюционная психология, то есть попытаться разобраться, как мы, как вид, совершенствовались, возникали, эволюционировали на протяжении миллионов лет, и почему мы такие, какие мы есть. И вот когда ты приходишь в гармонию со своей внутренней биологией, когда ты понимаешь, а там зачастую, ну, очень жесткие вещи. Не буду сейчас философствовать на эту тему. Но, в общем, другими словами, люди не задаются этими вопросами, потому что они не знают ничего, кроме того, что дает система. Они вот в рамках матрицы, да, то есть в этом смысле фильм одноименный, просто... он образно показывает ситуацию. Конечно, конечно. Мы, конечно, вот не находимся в этих ванночках с проводами, но образно это вполне себе соответствует действительности, конечно. А для того, чтобы понять, что человек, грубо говоря, погряз в матрице, надо ему задать всего лишь один вопрос. Вот ты ради чего живешь? Есть ли цель не твоего вот этой недели ближайшей, да, не этого года, а вообще всей твоей жизни? Ой, я помню ваше рассуждение на эту тему, Алексей. Я этим вопросом терроризировал соседей. И часто меня выгоняли из вполне себе дружеских компаний. Ну так, в шутку, конечно, нет.
У меня хорошие отношения с моими друзьями. Знаете, люди обнаруживают поразительную наивность. Вот вы писали, вот когда ты спрашиваешь, в чем цель твоей жизни? Вот мой ближайший друг, не буду называть фамилию, говорит, вот мой сын. Я ему говорю, слушай, друг мой, вот когда ты умрешь, и твой сын будет сидеть на Большом театре и слушать тоску, тебе какая разница вообще? Я ему привел ваше рассуждение о том, что первый признак смысла жизни, он должен быть неуничтожим. Иначе это не смысл. Можно и так сказать, с этой стороны зайти. Сейчас я считаю, что смысл жизни, да, цель жизни. Вот если, например, мы спрашиваем человека, в чем твой смысл жизни, и он говорит, мой сын, то можно задать следующий вопрос. А как ты поймешь, что ты достиг своей цели? Что это значит? Ну вот, Нет, вы говорили гораздо более понятную вещь. Если позвольте, я вас процитирую. Ну, то есть я же ваш читатель, Алексей. Ради да. Бога, не обижайтесь, что перебиваю. Мне кажется, это важно. Бывает так, говорили вы, что иногда, ну, жизнь так устроена или может так сложиться, что дети умирают раньше, чем родители. И да, у меня, бывает, к сожалению, к огромному сожалению, есть такие знакомые, даже друзья. И что тогда? Вот ваш смысл жизни, как вы его декларировали, пропал, а вы до сих пор живы. Это жестокий вопрос к этому человеку. Значит, все-таки он был не в том, не в детях, а в чем-то другом, что человек себе не сформулировал. Простите, пожалуйста, продолжайте. Тут идея-то... Если мы говорим не о смысле, а если мы говорим о цели, что, ну, в принципе, это примерно одно и то же, то есть одна проверка для того, чтобы понимать, насколько мой смысл настоящий. Эта проверка заключается в том, что достигнув своего смысла, выполнив его или достигнув своей цели, я не испытываю ни малейшего страха с тем, чтобы умереть и исчезнуть. То есть чувство завершенности, то есть достижение этого смысла, достижение этой цели, это чувство завершенности, при которой человек с легкостью может принять свою смерть. Мы не должны путать с самоубийцами, которые в депрессии накладывают на себя руки. Да, мы не должны путать о том, что человек, ну, просто сдается в этой жизни, как бы, ладно, умру. А там наоборот, что человек умирает счастливо, можно так сказать. У Карлоса Кастанеды есть на эту тему прекрасная метафора, так называемый танец воина, что воин всю свою жизнь накапливает силу, и когда приходит к нему смерть, он перед ней танцует. И смерть ничего не может с ним сделать, она заворожена его танцем. Вот как раз, вот, если мы эту метафору попытаемся расшифровать, танец воина – это твое дело, то, что ты делаешь, неважно в голове или либо как-то проявлено, то, что наполнено смыслом. И если к тебе приходит в этот момент смерть, она ничего не может с тобой сделать. В том смысле, что она не может поколебать твой дух. Ты не упадешь перед ней на колени и не будешь просить не прийти завтра или попозже, отложить немного. Ты будешь готов просто вот исчезнуть прямо здесь сейчас. И вот это же финальный экзамен каждого человека. И вот это понимание, была ли твоя жизнь осмысленной, она познается, если, конечно, человеку повезет осознать, что сейчас он умрет. Большинство людей не знают, что они сейчас умрут. Умирают во сне, в бессознательном состоянии. И это считается, ну, в духовном мире слабой смертью. То есть смерть в жизни человека один раз, а ты ее проспал. Да? Ну, как бы неинтересно, надо же вот встретить ее. Поэтому все великие мудрецы, они могли предсказать свою смерть за несколько дней или за несколько недель, и вот они ее встречали в сознании, потому что, ну, это же великая тайна, никто этого не знает. Вспомним принца Гаутаму Будду в окружении своих учеников. Угу. Да, то есть это как раз сильная смерть показывает то, что твоя жизнь была осмыслена. Она осмыслена в том плане, что ты готов уйти. А если она к тебе приходит сейчас, и ты не хочешь умирать, то... Никто не хочет умирать, оно и понятно. Но они не хотят, потому что их жизнь бессмысленна. Они чувствуют, что они как будто еще это не нашли, как будто они еще это не выполнили. Поэтому люди цепляются за детей, за работу, за какие-то блага этого мира и наделяют их смыслом. Но когда это исчезает, они понимают, что вот
А что тогда? Вернемся к кастам, если позволите. Вот в начале третьей главы книги «Четыре касты» вы пишете. Дело в том, что люди неравны. Я, когда в свое время это прочитал, начал широко улыбаться. Люблю очень немецкую философию. Ницше, Шопенгауэра, Канта. Ну, как-то так сказать, люблю Канта, это слишком самонадеянно, это слишком мощный. Мне тоже нравится Кант. Философ, как немецкий панцеркамфваген такой. Ближе мне все-таки Ницше, своей эмоциональностью, наверное, прежде всего. Так вот, Ницше сказал почти ту же фразу, немножечко в другой коннотации. «Люди не равны», сказал Ницше, «так нам говорит справедливость». Алексей, а почему люди не равны? Вот ведическое объяснение этому такое, что в процессе бесконечных перерождение, душа набирает разную бытийную массу, разные там свойства какие-то. И это, несмотря даже на условия рождения, и это проявляется в текущей жизни. Вы пересмотрели эту концепцию? Как вы сейчас на это смотрите? Где источники этого неравенства? В биологии. В биологии? Да, да, люди не равны ни по своему генному набору, то есть по своим предрасположенностям к чему-то. Они не равны по той среде, внутри которых эти гены получают импульс для распаковки. Да, в экономические условия и так далее. Ну, то есть мы не можем. Равные условия – это когда вот берут два объекта и действительно помещают вот в одинаковую среду. Не существует одинаковой среды. Даже для близнецов, которые растут в одной семье, даже для них среда не одинакова. Несмотря на то, что хотя вот они между собой максимально равные существа, потому что обладают одним набором генов. Но все равно очень часто люди вырастают, близнецы, и они во многом похожи друг на друга, а во многом не похожи. И неравенство, или наоборот зайдем, идея равенства – это именно идея. То есть, другими словами, это искусственный конструкт, придуманный обществом для того, чтобы ну, легче было вести экономические отношения, легче было судить людей там, и так далее, легче было вот, управлять системой. Это я ни в коем случае не призываю к тому, что если ты биологически чувствуешь, что ты сильнее другого человека, ты должен над ним доминировать. Нет, мы живем внутри системы, мы обязаны чтить ее правила, мы должны уметь это соблюдать. В противном случае система быстренько тебя задушит, если ты попытаешься там свое биологическое превосходство как-то доминировать. Но если мы смотрим на Соединенные Штаты, на Канаду, там, например, сейчас идет вот этот бум с гендерами, с тем, что люди начинают... то есть вот эта вот идея равенства, она настолько... Ну, возьмем вот этот токсичный феминизм, да, который вот очень сильно на Западе проявляется, и люди пытаются уравнять биологию. Вот они в прямом смысле пытаются уравнять биологию. И сейчас мы видим, что, например, люди трансгендер, люди, которые поменяли пол, например, мужчина был мужчина, стал женщиной и выступает на чемпионатах как женщина, обладая мужским уровнем тестостерона. Например, и рвет всех. И там вот по тяжелой атлетике, я помню, вот есть такая спортсменка, в прошлом спортсмен, рвет просто всех. Правда, последний чемпионат проиграла, возможно, даже специально, но не факт. И вот это доходит до некого такого безумия, что люди чувствуют свое неравенство. Они чувствуют, что они глупее, слабее, они обладают меньшими предрасположенностями, каким-то способностям. Они просрали свою, простите, юность, например, не учились вовремя, не пошли не на то образование, не дополучили, да, потеряли свои годы, потеряли свою молодость. И они чувствуют, что они в этой системе занимают незначительное место, что они никто. И это их душит, когда они могут видеть на какого-нибудь другого человека, который сам по себе тупее, чем они, как им кажется, и он занимает более высокое место в обществе. И нам всем хочется более высокое место. Нам хочется, чтобы у нас было больше почитателей, чтобы нас больше любили, больше нами интересовались, нас боготворили. И поэтому люди начинают вытворять абсолютную дичь, пытаясь приравнять остальных к самим себе.
как раз кто-то тоже на философов может у философов найти что-нибудь подобное. И то есть используются все разного рода инструменты. Но если посмотреть со стороны, это просто система выжимает свои батарейки вот до конца и просто питается безмозглостью этих людей. Люди не равны. Никогда они не будут равны. Мы, конечно, в каком-то смысле вмешались в биологию, особенно там, с открытием антибиотиков. Да, и мы можем лечить множество болезней, которые раньше не могли. И в этом смысле мы оставляем в нашем генофонде, скажем так, не очень... То есть то, что природа, по идее, бы утилизировала бы сама, и люди бы умирали, сегодня мы лечим эти болезни. С определенной точки зрения это прекрасно. Столько людей получили право на жизнь, живут и наслаждаются. Но с другой стороны, мы ухудшаем собственный генофонд. И пусть во мне сейчас не видят какого-нибудь там селекционера Евгеники там, или Гитлера, который хотел... Дарвинист, Алексей. Да. Но такова правда. Просто такова правда, что... Нравится она нам или нет, конечно. Да. В конце концов, опять же, мы можем кричать на вот это равенство, да, но если мы посмотрим, все больше и больше у нас, я имею в виду нас как у вида, возникает резистентность к антибиотикам. И в конце концов может все привести к тому, что появится какая-нибудь бактерия, где ни одна доза антибиотиков не сможет ее убить. Да? И вот и что тогда кричать об этом равенстве? Вот возник коронавирус. Да, и что равенство? Идет и херачит всех. Ну, то есть ему не важно, какого ты статуса и что ты думаешь по этому поводу. Да, вот она биология в своем проявлении. Так работает природа. Поэтому, если ты понимаешь это, если ты в гармонии, то для тебя не будет никакой новостью того, что, например, те вещи, которые происходят в Беларуси, когда ОМОН начинает херачить собственных граждан дубинками, для людей не будет будет понятно, почему они это делают. Но подана идея равенства, и людям кажется, что это ужасно. Но стоит мотануть на 100 лет назад, раньше это все ружьями разгоняли, с огнестрельными патронами, с боевыми. Наполеон, помните, картечью? Да и у нас это тоже было. Восставших парижан. Да, и восставших декабристов тоже. Неважно. Да и помню, что очень много в истории таких моментов. И мы можем сколько угодно кричать о равенстве, но история будет нам показывать и впредь, что этого равенства не существует. До сих пор на планете работает закон Джунглей. Потому что законы джунглей работают по законам биологии. А вот что касается несколько другого понятия, которое близко к обсуждаемой теме – справедливость. Справедливость – это понятие, которое укоренено в менталитете нашего народа, как говорит один мой любимый мной эксперт Андрей Петрович Девятов, благодаря пяти ясам Чингисхана, они называются «пять выше», служение выше владения, духовное выше материального, общее выше частного. Вот, по-моему, четвертое ясо звучит как справедливость выше закона. Человек проходит личную эволюцию, я так понимаю, что из первой касты в четвертую, а может быть, вот, по ведическому мировоззрению, вот эта тонкая частица Бога, которая внутри нас, она проходит эволюцию из минерального царства там, в демиурги и создателя Вселенной, то есть человеческий этап эволюции – только отдельный этап общей эволюции. Означает ли это, что борьба за всеобщую справедливость в этом материальном мире, в Мидгарде, не то что невозможно, но бессмысленно достаточно, потому что этот мир специально устроен несправедливо? А вот тут вот встает вопрос. Мы от каких параметров будем отталкиваться и что мы будем считать справедливым? И если мы посмотрим, опять же, на это не с человеческой точки зрения, потому что с человеческой точки зрения, особенно если мы возьмем какого-нибудь одного человека и с его посмотрим, то обязательно он скажет, это несправедливо, а это справедливо. И, то есть нельзя прислушаться. И мы можем попытаться
выработать некую, ну, как это, закономерность вот в этой вот, попытаться найти. Ну, вот люди попытались и создали конституции, уголовные кодексы, административные кодексы, где они попытались вот эти вот закономерность справедливости как-то вот превратить в слова, в статьи, по которым судить людей. Но опять же мы можем видеть, что это не так. Так возникло римское право. А, кстати, вот да, империя Чингисхана, она культивировала другой подход. Мораль, это же, кстати, одно из доказательств существования Бога. Мораль же контрпродуктивна для выживания в подмосковном лесу, в джунглях, в любом вообще лесу. Но вот опять же мы так можем этому придерживаться, пока мы не узнаем, что мораль биологически детерминирована. И она, например, существует у различных приматов. Да, то есть, и она, ну скажем так, то есть в нас есть определенные биологические процессы, которые эту мораль нам и, собственно, и создают. То есть это не то, что... Короче, это врожденные определенные механизмы. Хотя религиозные деятели считают, что мораль, она появилась с приходом основных пророков, которые эту мораль нам принесли, а до этого мы были дикарями и ничего не понимали. Хотя нет, это вот естественный такой... Поэтому... Но мораль человеческая, опять же, она может опираться на... Она на тысячи факторов опирается. И мы судить по поводу, исходя из морали, мы даже не в состоянии. Приведу один исследование одно, не помню было, где оно совершено. Третейский судья, который разбирает в сутки там 50-100 дел. Ну вот так вот, по 5 минут на каждое. И, соответственно, проверили, как эти судьи, какие приговоры они выносят. Это было не в нашей стране. И заметили одну такую вот закономерность. Чем ближе к обеду, то есть чем более голодный судья, то есть чем меньше в его крови глюкозы, тем больше судья начинает выносить приговоры неоправдательные, то есть обвинительные. Ну, более жесткие в пределах статей, которые он рассматривает. Но после обеда или после завтрака судья был сытый, довольный, глюкоза в мозгу плавает, все прекрасно. И он склонялся к более оправдательным. Как мы можем вообще судить кого-то по справедливости, если просто фактор наличия или отсутствия глюкозы в нашей крови влияет на наше восприятие? И это только один из тысячи факторов, которые мы еще не можем в этом плане учитывать. Поэтому, если говорить о справедливости, не видать нам справедливости, потому что существа, которые они рассуждают, в данном случае люди несовершенны, и они не могут это учитывать. Поэтому единственный, наверное, возможный способ, что мы доживем когда-то до справедливости, это создание ИИ, искусственного интеллекта, который может учесть все возможные факторы, где ни один человеческий мозг не сможет это разобрать. И тогда, возможно, он сможет вынести какое-то более-менее справедливое решение. До этого момента всегда будет человеческий фактор. Поэтому чувство несправедливости, оно будет всегда в нашем обществе. Вот вы сказали, мы обязаны чтить правила системы. Мне это показалось таким значимым и достойным рассмотрения, утверждения, более внимательного. То есть, если есть правила, есть законы, значит, есть и законодатель, да? И вот есть такая притча о Золотом дворце, я ее очень люблю. Друзья, представьте, что мы с вами вдруг проснулись не в нашем жилье обычно, в домах или квартирах, а вдруг каким-то, по какому-то щучьему велению в Золотом дворце. И проснулись в великолепном Золотом дворце. И у нас было бы, по крайней мере, два вопроса, очутились мы в такой ситуации. Как мы сюда попали? И кто этот дворец для нас создал? Хочу, Алексей, вам такой широкий философский вопрос задать. А почему люди не нуждаются в повседневной жизни в гипотезе Бога или высших сил, если угодно, которые создали и управляют вот этим мирозданием, которое неизмеримо великолепнее, чем какой-то там примитивный золотой дворец? Как бы он ни был красивый и богатый убор. Вот у меня отвратительная память на имена. Я забыл имя физика, который описал работу небесных тел и так далее. К нему пришел Наполеон, и, прочитав его книгу, он сказал: а почему в вашей книге
нигде не указан Бог. Он говорит, а я не нуждался в этой гипотезе, чтобы объяснить, как все работает. Люди, наоборот, очень сильно нуждаются. И если мы по социологическим опросам посмотрим, по-моему, до сих пор там цифра держится в районе 80-90% людей верующих в разные. Кто-то в инопланетян, кто-то в духов, кто-то в одного бога, кто-то в другого. То есть все равно у нас доминируют именно верующие люди. Люди как раз нуждаются в этой гипотезе. А почему они нуждаются? Потому что они не могут своим разумом охватить все процессы, которые происходят, и они не могут объяснить. Наш разум устроен таким образом, что он не терпит вопросов без ответа. Самый простой пример – вот вы проснулись посреди ночи, захотели пойти попить и идете в потемках на кухню. И вдруг боковым зрением замечаете, что в углу кто-то стоит. В этот, вот доля секунды, пока вы не поворачиваете голову, там проносится все. Как? Дверь была же закрыта. Кто зашел? Это инопланетяне. Сейчас похитят, изнасилуют, убьют и прочее, прочее. А потом вдруг глаза рассматривают лучше, это пуховик сполз куда-то там в угол, да, и как бы создалась такая оптическая иллюзия. Мозг не терпит отсутствия ответа, потому что он вообще обожает две вещи. Он обожает еду, калории, и обожает информацию новую. Поэтому люди не могут отлипнуть от своих соцсетей, листают эти ленты, смотрят, все время потребляют эту информацию. Почему? Потому что в древние времена информация была равно выживанию. Вот шевелятся кусты. Это что? Это ветер их шевелит или тигр ползет? Тогда твое выживание было напрямую зависит от того, что ты знаешь, что находится за этой опушкой. И поэтому в нас это детерминировано генетически. Мы не можем без этой информации. Но сколько бы мы ее ни потребляли, и, кстати, чем больше мы ее потребляем, тем мы все тупее и тупее становимся. Поэтому нам надо некую высшую силу, которая бы смогла бы... Ведь если есть высшая сила, это же тогда все объясняет. Несправедливость. Ну, абсолютно, все. Конечно. Да. Вот. Поэтому это абсолютно естественное предположение людей, что все это дерьмо, оно какое-то нелогичное, но Богу виднее. Он мудрее нас всех, он это все придумал, это испытание, да. Но когда вот умнейшие люди начинают идти и препарировать, религиозные догматы, либо какие-то другие, философские, духовные, то они вдруг видят, что сама эта концепция тоже рассыпается. И вот вы сейчас говорите о религиозной картине мира. Я просто вот следующим вопросом хотел бы о магической картине мира поговорить. Мы сейчас говорим о религиозной картине. А религиозные и магические картины, они тоже рассыпаются. Ну, по крайней мере, в моем сознании они рассыпались. Для меня сейчас дарвинизм является... новой религии, если хотите. Потому что, я говорю, когда я соприкоснулся с трудами эволюционных психологов, и когда они начали объяснять то или иное поведение человека, мне жутко интересно поведение, почему мы такие существа, мне жутко интересен бихевиоризм. И когда я вот соприкоснулся, я не помню, кто автор фразы, да, что ничто в биологии не имеет значения, если мы будем рассматривать ее вне теории эволюции. Стоит добавить теорию эволюции, как все. Строение плечевого сустава, почему у нас такого размера глаза, почему у нас такой позвоночник. Все становится понятно. А поэтому чем эволюция противоречит теории Бога? Наоборот, мне кажется, это комплимент Богу, который создал такой здоровский инструмент, который работает сам по себе и не требует его вмешательства. Или высших сил, кому как удобно. Да, противоречит тем, что тогда, если мы говорим, что это все создано Богом, то тогда мы абсолютно неправильно думаем, кто такой Бог. И все основные религии неправильно думают. Конечно, а мы не в состоянии познать высшую реальность. Это еще одна заковыка такая вот очень неприятная. Один достаточно мудрый человек, лидер мнений, в частной беседе со мной, поэтому не буду называть фамилию, он мне сказал, что, понимаешь, вот как я вижу срезы бытия, вот очевидным образом видны такие вот пласты, да, они, конечно, очень условны. Вот есть там какая-то материальная природа, ее можно назвать материальным, минеральным царством. Есть растения,
это живые существа, да, там угу. есть, значит, животный мир, это там, начиная от бактерий, заканчивая там приматами, есть человеческое царство, и обрати внимание, каждый следующий слой непознаваем для предыдущего. То есть, условно говоря, капуста может хорошо чувствовать почву, на которой она растет, понимать условия освещения, расти от этого более или менее интенсивно, но они понимают, что происходит в тот момент, когда ест коза, а главное, для чего коза это делает. То есть мотивы козы, во-первых, она это не понимает, во-вторых, она это не в состоянии как-то истолковать. Боюсь, что мы ровно в такой же ситуации. И высшие силы, боюсь, что, конечно, они и ментальные, и, значит, и эмоциональные, и в любых других потенциях и свойствах они превосходят нас настолько, что, конечно, это, конечно, мы занимаемся жалкими попытками как-то их истолковать.